Sadasvati Devi Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavani Askalyane Sadarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Я выбрал этот стих из молитв, из той главы, седьмой песни, девятой главы, где Прохлад предстает перед Господом и возносит молитвы.
В этом тексте вы узнаете, как он возносит молитвы. Это очень важно для нас, когда мы воспеваем, и мы можем узнать, как это правильно делать. Это интересно. Что вы делаете, когда вы предстаете перед Божеством? Как предложить Ему самые эффективные молитвы? Давайте повторять вместе. Он начал предлагать молитвы, возносить молитвы Верховной Личности Бога.
с умом полностью зафиксированным на лотосных стопах Господа. Очень внимательно. Не отвлекаясь ни на какой другой объект. Дрожа, чувствуя трансцендентное блаженство. Голосом. Полностью посвятив себя Ему, Господу Нарисимхе. Сердцем и зрением. Перевод. Может быть, надо представить себе ситуацию здесь. Наш Господь Нарисимхадев полностью в гневе. Внутри у него огромный гнев на Хираньякашипу. Он только что его разорвал, но он все еще сидит на его троне. Как вам понравился трон вчера на алтаре, на главном даршане во время сумерек? Он был великолепен. Даже у шаха Персии не было такого, я думаю, трона. Просто шикарный. Как у царя какого-то и какой-то империи. А вам палец понравилась? Она была большая, огромная. Я думаю, если бы Господь Нарисимхадев обрушил эту палицу на гору Гималаев, она бы превратилась в песок. Прохлад сейчас сидит или находится перед таким троном. Перед этим Хираньякашипу сидел на этом троне. Но Нарисимхадев, после того, как прикончил Хираньякашипу, взял его сиденье, где обычно император сидит. Обычно Господь не берет вещи, которые люди использовали до этого. Но так как Хираньякашипу в предыдущей жизни был один из его спутников на Вайкунтхе, и так как он имел отношение со своим преданным Прохладом, у него не было никаких сомнений, чтобы сесть на этот трон. Множество полубогов прилетели, и они обратились к Господу издалека. Но Господь не успокаивался. В конце концов, Брахма решил, нужно что-то делать, чтобы успокоить Господа. Он попросил Прохлада Махараджа прийти. Прохлад вышел. У него не было никакого страха. Я слышал, что он принес гирлянду. Это гирлянда Господа Нарисимхадева со вчерашнего дня. Он принес гирлянду, повесил на Господа. У Господа была уже гирлянда. Кто знает, какая у него была гирлянда, из чего состояла? Это были внутренности. Все эти кишки там. Хираньякашипу. Вы не должны думать, о, Господи, это же даже
в ужастиках не показывают такое брутальное, ужасное. Не думайте так, мои дорогие преданные. Все, что соприкасается с телом Господа, немедленно становится трансцендентным. Даже демоница Путана, которая взяла Кришну, и Кришна убил ее, когда она была сожжена на костре, плохого запаха не было. Чувствовали вы запах человека, которого сжигают, мясоеда? Такой запах ужасный. Тело Путаны пахло как самое лучшее благовоние, потому что оно получило так касание тела Господа. Оно полностью изменилось. И когда мы слышим о Господе Нарисимха Дева с этой необычной гирляндой, не страшитесь. Наоборот, это здорово. Итак, сейчас Прохлада Махарадж молится, и он приводит пример для тех, кто хочет молиться Господу также. Я прочитаю это вам. Прохлада Махарадж зафиксировал свой ум, сосредоточил свой ум и свое зрение на Господе Нарисимхадеве с полным вниманием, в полном трансе. Со сосредоточенным умом он начал молиться с любовью, с голосом, который прерывался. Здесь мы находим некоторые атрибуты. Сначала я прочитаю комментарий. Слово «сусамахита» означает «очень внимательно» или «полностью сосредоточившись». Способность сосредотачивать ум таким образом является йога-ситхи. Как говорится в Шримад-Бхагаватам, человек получает совершенство йоги, достигает совершенства йоги, когда он освобождается от всех материальных отвлечений. И его ум зафиксирован, сосредоточен на лотосных стопах Господа. Это называется самадхи. Прохлада Махарадж достиг этой стадии, которая выше чувств. Так как он был занят служением, он чувствовал себя на трансцендентном уровне. И, естественно, его ум и внимание находилось тоже в трансцендентности. В этом состоянии он начал предлагать свои молитвы. Послушайте, пожалуйста, их. Итак, здесь тот самый пример, которым мы должны следовать. Господь Нарисимхадев благословил Прохладу Махараджу, сказав: «Все, кто следует тебе, достигнут меня». Так что это что-то. Пожалуйста, будьте внимательны. Это молитвы, или, перефразируя, это молитвы Прохлады Махараджа. Давайте подумаем, как он это делал. Это потерянное искусство молитв. И мне кажется, это здорово для всех нас, если мы научимся этому
и предлагая молитвы из шастр, и предлагая самое, то, что мы сами придумали. И также Хари Кришна Махамантру, которая является также молитвой. Итак, здесь, во-первых, то, что он сначала сосредоточил свой ум. Это очень-очень важно. Когда вы начинаете молиться, вы должны собрать свой ум от всяких других тем, о которых он думает. Мы должны собраться. Ум может быть, как Господь Кришна говорит, многоветвистым. Он может распространять свое влияние на различные темы. Когда мы молимся, мы должны отвлечь ум от всех этих тем и поместить его, как говорится на санскрите, в одну сторону эканта, а именно на лотосные стопы Господа. Это действительно такая деятельность, которая некоторые из нас делают перед тем, как начинают повторять джапу. Они просто берут ум, и они фокусируют его. И затем человек тоже должен сфокусировать свое зрение на Господе. Сначала ум, потом глаза на Господе. Он смотрит на него. Это очень здорово, когда вы воспеваете, мои дорогие преданные. Это хорошо, когда вы воспеваете с собранным умом и затем повторяете мантру перед божеством. Это рекомендуется делать. Прабхупада говорит о Шатбудже, шестирукой формы Господа, которая включает в себя читание Махапрабху Кришну и Рамачандру в одной форме. Тогда у вас полное проявление Бога. Или перед божествами. Я помню кассету, которую я слушал много лет назад. Никогда ее не слышал, как, что она опубликована в официальном собрании лекции. Я послал ее, но что-то она затерялась. На этой кассете Шрила Прабхупада говорит с преданным, который испытывает трудности в сознании Кришны. И он говорит этим преданным, что есть решение. Теперь идите перед божествами и повторяйте мантру. Вы должны смотреть на божество и воспевать его святое имя. И я помню, преданный сказал, это не смогу так сделать, потому что наш руководитель придет и выгонит из алтарной, чтобы мы делали другие служения. Прабхупада сказал, ничего страшного, скажите, что я сказал, сидеть перед божествами и воспевать, потому что это то, что вы будете смотреть на божество, немедленно сфокусирует ваш ум. Это наука йоги, которую Кришна говорит в 6 главе Бхагавад-гиты. Йоги будет смотреть со своим умом в трикути. Это точка между бровями. Но мы, как преданные, обычно не думаем об этой точке. Мы делаем это с преданностью, смотря на божества. И когда мы делаем это, наше зрение, а зрение находится в голове, и это начинает проецироваться на префронтальной коре мозга. Ну, про мозг мы не хотим слишком углубляться. Так что вы находитесь сконцентрированным.
И таким образом вы не отвлекаетесь. Обычно говорится, что когда мы повторяем джапу, надо сидеть, а не ходить. Только когда вы ходите, устали, вы можете ходить, потому что когда вы ходите, вы обязательно обращаете внимание на то, что вокруг. И ваше зрение занимает ваш ум, и он тоже не сможет сфокусироваться. Прохлада сфокусировал свой ум и свое зрение на Господе Нарисимха Деви с полным вниманием. Он был очень внимателен. Прабхупад объясняет, что это означает очень внимательный и полностью сосредоточенный. Человек достигает совершенства, когда он перестает отвлекаться ни на что. Его ум сфокусируется на лотосных стопах Господа. Это называется самадхи или трансом. Затем со сосредоточенным умом он начал молиться. Как же он молился, мои дорогие преданные? Это было с любовью и с дрожащим голосом. По-другому сказать, у него была бава. Это было настроение. Не механически он говорил. Вот так у него голос дрожал примерно. Я не могу имитировать, но я хочу дать вам идею. Его голос был действительно отражал любовь, баву в его сердце. Если вы хотите записывать что-то в свою тетрадочку, все это объясняется здесь, в 7 песне, в 9 главе, в 9 главе, в 9 стихе. Здесь объясняется, как преданный может молиться с сосредоточенностью, а не отвлекаясь ни на что. Я хотел также, вернее, в 7 стихе, я бы хотел также поговорить немножко о молитвах. Молитве Господу Нарисимхе. Шрила Прабхупада. Давайте начнем с другого, с прекрасного стиха в Бхагаватам. Подняв прохладу, Господь поставил свою лотосную лапу на голову мальчика, потому что его рука всегда красновата, чтобы создать бесстрашие во всех своих преданных. Мы находим здесь у Господа всегда готов даровать своей поднятой рукой бесстрашие преданным. В материальном мире Прабхупада упоминает это. Все наполнены страхом. Все чего-то боятся. Мы, может быть, не всегда ощущаем, что мы чего-то боимся конкретно. В этот момент вы можете не думать, что я боюсь то, что я заболею. Может быть, вы не чувствуете этого страха. Или вы думаете, что я не боюсь, что мне нужно будет поехать куда-то. И я могу попасть в аварию. Или вы, может, не боитесь, что
вы разведетесь со своим супругой или супругой, супругом, у вас, может быть, нету конкретного объекта страха, но это не отменяет того, что я говорю. Потому что одним из побочных продуктов страха, который мы испытываем, это определенное чувство небезопасности. Это стих описан как кунталока, мир страха. Если точно так же, как вы намочитесь, попав в океан, вы будете испытывать страх, попав в этот мир. Это обычный побочный эффект. Поэтому Господь Нарисимхадев является прибежищем всех преданных. Говорится, что когда Господь Нарисимхадев появился, все преданные стали бесстрашными. Надежда преданных стать бесстрашными — это воспевать святое имя Господа Нарисимхадева. И Прабхупада приводит этот стих, вернее, эту строчку. Куда бы мы ни пошли, там Господь Нарисимха. Он повсюду. Он пронизывает все. Как мы говорим эту мантру? Это означает, мы поклоняемся Кришне, который является Васудевой. Васудева означает всепроникающий, везде присутствующий. Я помню, сначала, когда я пришел в храм, я спросил у преданных, а как вы понимаете Бога? И преданный сказал, это тот, кто присутствует повсюду. И я сказал, да, везде? Да, в каждой молекуле. И преданный сказал, извините, пожалуйста, мне нужно идти. Мне нужно работать над журналом «Обратно к Богу» на немецком языке. Он оставил меня на диванчике, и я сидел рядом с каким-то шкафчиком. Там был шкафчик, где были какие-то документики под замком. Он был металлический, противопожарный, темный. И я подумал, их понимание Бога, что Он также в этом шкафу, но не просто внутри, запертый на ключ, но в каждом атоме этого шкафчика, я подумал, ух ты, фантастично. Фантастиш. Господь присутствует повсюду. А был однажды саду, который гулял, и когда он шел весь день, он очень устал, и он немножко решил отдохнуть под тенью дерева. И немножко позже он лежал. Он уже почти заснул. Человек пришел и начал спрашивать у него, ты что здесь делаешь? Саду сказал, извини, я устал, что я делаю не так? Да, твои стопы направлены на мечеть. Там же мечеть. А ты лежишь, направив стопы на мечеть. Это очень неуважительно. Я думаю, мы можем понять чувство этого человека. Если бы кто-то во время даршана
направил туда свои стопы, мы бы вежливо сказали ему: это же Господь, может быть, куда-нибудь в другое место направишь свои стопы. Давайте будем уважать чувства верующих. Поэтому Саду был немножко устал, он только немножко прикорнул, в этом состоянии был. Перед тем, как войти в глубокий сон, он сказал: пожалуйста, пойми меня, возьми мои стопы и направь их туда, где Бога нет. Этот человек взял его стопы, попробовал налево, направо и подумал: куда же направить? Господь-то повсюду. Все равно из-за этикета, когда мы находимся перед божествами, пожалуйста, не говорите, если кто-то вам будет говорить, чтобы не направлять стопы на божества, что, не ссылайтесь на меня, что я сказал, что Господь повсюду, и поэтому можно стопы везде направлять. Это другой был сценарий. Такова идея здесь. Пожалуйста, давайте вместе повторим. Которая мантру, которая с Нарасимхая, будем повторять. Прабхупада говорит об этом. Надежда преданных избавиться от страха — это воспевать святое имя Нарасимхадева. Куда бы мы ни пошли, мы должны всегда думать о Господе Нарасимхадеве. Мантра говорит: куда бы вы ни пошли, тато, там Нарасимха. Таким образом, не будет страха для преданного Господа. Вот как стать бесстрашным. Нужно воспевать эту мантру, но мы должны попытаться сделать это с теми настройками, которые Прохлада Махарадж рассказывает нам, показывает своим примером. И какие были элементы? Экаграманаса означает ум полностью сосредоточен на лотосных стопах. Следующее. Сусамадхита очень внимателен. Према гадгадая с дрожащим голосом из-за чувства премы или трансцендентного любовного блаженства. Таньяста в последней строчке, посмотрите. Полностью посвященность, посвятив себя ему, преданность Хридая Икшана, сердце и глаза сосредоточив. Я эту шлоку беру в свою коллекцию, потому что я читаю семинары, и семинар, еще один, который я читаю, это называется «Искусство молитвы». Используя обязательно этот стих. Если вы забудете все, помните просто, что нужно
сфокусироваться на Господе, читая свою мантру, и делать это с преданностью. Когда вы воспеваете таким образом, когда вы делаете это, сосредоточьте свой ум на Господе Нарисимха Деви, который присутствует повсюду. И тогда у вас есть большая надежда, что вы освободитесь от страхов. Это медицина, это метод, который работает очень-очень здорово. В конце этой лекции время уже заканчивается. Потом я еще отвечу на ваши вопросы, если они будут. Я бы хотел еще рассказать о воспевании святого имени. Есть прекрасная Пурана, которую цитируют часто в Хари Бхакти Виласе, которая называется Ади Пурана. Этот стих сказан, вернее, этот Пурана сказано Кришной непосредственно его дорогому преданному Арджуне. В этой Пуране Господь говорит, как петь киртан. Он говорит там о разных вещах. И одна из них — как петь его имена. Хотели бы вы узнать об этом? Гурмахан вчера здорово пел после даршана. Мы даже катались по полу. Это, кстати, нормально, авторитетно. Хотите узнать науку, как кататься по полу? Вы смеетесь? Нет. Или это неинтересно, или слишком дико для вас звучит? Нет, есть на самом деле наука, даже шлоки, как кататься по полу. Ну, я не вижу у вас энтузиазма, чтобы я рассказал. Я лично расскажу это Гору Махану. Давайте сначала разберемся с киртаном. Там мы почувствуем себя более в безопасности. Те люди, которые, говорит Кришна, повторяют мое имя или поют мое имя и обращаются ко мне, они покупают меня. Я провозглашаю, это истина, то, что я сейчас скажу. Те, кто поют мои имена и плачут слезами, льют слезы, они купили меня, Джанардана. Полностью я их. Кроме тех преданных, никто другой не может меня купить. Я слышал. Я думаю, вы слышали, что единственная цена Кришны, какая? Лоалия. Это сильное желание. Преданное служение или бхакти, Кришна-бхакти, нельзя получить даже благочестивой деятельностью, которую вы совершаете сотни и тысячи жизней. Вы можете быть человеком, который делает все правильно тысячи лет, но вы не можете получить Кришна-бхакти этим. Это можно получить, только заплатив одну цену. Сильная жадность, чтобы получить это. Если это доступно где-либо, нужно бежать и покупать. Не страшась и не откладывая. Я думаю, это причина, по которой мы хотим быть постоянно, абсолютно хотели присутствовать во время явления Господа Нарисимхи вчера онлайн или в своих мыслях. Это очень здорово. Хороший процесс.
Вы должны петь с этим, с этим сильным желанием. И человек должен чувствовать энтузиазм. Ну, на алтаре происходит какое-то живое обсуждение. Вот что я хотел сказать об искусстве молитв через фильтр святого имени. Есть прекрасная история. Я бы хотел закончить свою лекцию ей. Она посвящена сильному желанию во время воспевания. Давным-давно был храм, который находился на горе Говардхан. Говардхан, Шринаджи. До сих пор вы можете увидеть этот храм. Он принадлежит последователям Валабхачари. Они ходят туда-сюда, поднимаясь на гору. Но изначальное божество Нададжи находится сейчас в другом городе, Надхадваре. И причина, почему он там находится, там был постоянный страх захватчиков в Индии, которые обычно разграбляли храмы. И перед тем, как божество перевезли, проблема уже была. И они на ночь всегда сторожа с кортиком нанимали это искусство. Он владел искусством не только метания этого кортика, но также и владел им в боем с этим кортиком или с этой саблей, я не знаю, как еще назвать, какое-то холодное оружие. В бою он им очень хорошо владел. Его звали Пудия. И чтобы не спать по ночам, он пел песни Господу. Но у него был ужасный голос. Не было слуха совсем. Он мог петь только как похоже на карканье ворон, примерно. Однажды Говинда Свами, который был, наоборот, хорошим певцом, он в концерт в храме пел для удовлетворения Господа в храме. Говинда Свами был очень возвышен в своем сознании Кришны. Например, он пел песни в киртане, и однажды он перестал, остановился. Другой преданный спросил, почему вы остановились? И он сказал, я пел об сокровенных играх Кришны, как они кидаются красками на прекрасных гопи, и затем это явление исчезло. Он перестал быть перед моими глазами. Игра. Это исчезло, и поэтому я перестал петь. Очень возвышенный киртанини. Говинда Свами пел. У него был концерт для божества. И он выходил из храма. Солнце уже заходило. И он увидел Пурию со своей саблей, который стоит там, охраняет и поет. Как ворона. Говинда с вами подумал. Ужасно. Я только что пел в соответствии с рагой, талой. Все было с аптики. И теперь Господь должен слушать
этого деревенского неотесанного парня и сказал ему: перестань, ты же причиняешь беспокойство. И ушел. Всю ночь этот сторож сказал: этот великий Говинда с вами приказал мне перестать петь, я больше не буду петь. Но он плакал. Он хотел петь. А утром Пуджари вернулся, и он заметил, что у божества красные глаза. Он сказал: они все же возвышенные души, представьте себе. Он говорит: Господь, у тебя такие красные глаза. Что с тобой? Почему у тебя такие красные глаза? Он сказал: я не мог спать, заснуть. Ты что, всю ночь не спал? Да, я не мог спать. Потому что мой дорогой Руб не пел мне колыбельную. Я могу заснуть только, когда он мне споет. Говинда с вами ему запретил, потому что каких-то технических, он какие-то технические вещи ему сказал по поводу голоса. Пуджари всем рассказал это. Он сказал: Господь не может спать, потому что ему нравится бава. Означает настроение преданности, сознание Кришны, его преданных. Этого он никогда не пропустит. Для него это более приятно, что технический концерт. Я не говорю, что Говинда пел без этой любви. Он был очень возвышенный. Но этот охранник, простой человек, мог тоже петь, и Господу нравилось, и он хотел перед сном слушать его песенки, и не мог заснуть без его голоса. Это показывает, как эта традиция бхакти, бхава, или настроение преданности, у которого было также у Прахлада Махараджи, он говорит об отношениях с ним в Бхагаватам. Давайте будем сейчас делать то, что мы чему научились, потому что сейчас будет даршан. Как мы будем молиться? С рассеянным умом, как обычно, или думая о своем голоде? Нет, нет, давайте по-другому. Мы не будем формально следовать. Мы будем сфокусированы в своем уме, потом глаза будем направлять на Господа, избегать отвлекающих мыслей, которые могут прийти, и будем петь с любовью, с преданностью. Все, что у нас есть, мы будем вкладывать в свое пение. Давайте ответим на вопросы. Когда у нас даршан? Есть у нас время на вопросы? Есть, оказывается. Я буду очень счастлив, если у вас появится пару вопросов. Есть также онлайн-вопросы. Спасибо вам за прекрасную лекцию. Важная вещь. Для того, чтобы сознание Кришны вам получить, вам нужно сильное желание. Вопрос: как мы можем развить это сильное желание? Потому что иногда у нас не так много мотивации. Мы воспеваем. И думаем, зачем мы воспеваем. Hearing a lot about Krishna.
Вопрос вкратце, как мы можем развить сильное желание? Ответ. Много слушайте о Кришне. Вы развиваете сильное желание к чему-то или к кому-то? Сначала нужно слушать об этом, либо об объекте, либо о субъекте. Например, когда я был молодой, я никогда не был во Вриндаване, но я слышал от преданных, которые были во Вриндаване, о Вриндаване. Я слышал о прекрасных храмах, как там поклоняются. Я слышал о обезьянах Вриндаване. Я слышал о множестве таких вещей. И затем я подумал, надо съездить. Этот принцип сначала слушать о чем-то, что еще пока неизвестно вам, также истинен по отношению к Кришне. Слушая много о Кришне, вы разовьете сильное желание достичь его. Вот такой способ. Может быть, вы должны посмотреть, есть ли у вас возможность слушать лекции, либо читать это другое название слушания. У вас появится желание, я тоже должен достичь сознания Кришны. Это также относится к воспеванию джапы. Иногда у нас не появляется энтузиазм повторять джапу. Если мы хотим увеличить наш энтузиазм в воспевании джапы, мы должны слушать Бхагаватам, там, где рассказывается о Кришне. Тогда наш энтузиазм увеличится. Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что воспевание имени Хари должно всегда общаться с идти рука об руку со слушанием о нем. Он говорит, точно так же, как Радха всегда находится с Кришной, Кришна Катха должна быть всегда сопровождать воспевание Кришна Намы. Без этого это не является совершенством. Всегда, всегда должно быть так. Много слушания Бхагаватам, много слушания о Кришне. Может быть, послушаем онлайн вопрос. Сегодня 7 день явления также Радхарамана. 400 с чем-то лет назад он появился. Самое прекрасное, одно из главных божеств Вриндавана, Радхараман. Это объявление было. Спасибо, что вы нас информировали. Сегодня день явления очень дорогого божества всех. Сегодня 478-я годовщина явления Шри Радха Раман Лал. Нарасимха Чатурдаши, один из госвами Вриндаванов, получил прекрасные одежды. Он поклонялся до этого Шилам, и он молился Шилам. Хотел бы вас одевать, могли бы вы принять прекрасную форму? И эти Шилы, он молился таким образом, но в ночь Нарисимха Чатурдаши. Следующим утром, когда он пришел в то место, где он хранил эти шилы, он увидел, что они превратились в эту самую прекрасную форму Господа с руками, с
губами. Радха Раман, если вы хотите знать, он хранил эти шилы на ветке дерева, потому что он был очень бедный. После того, как он сказал эту молитву этим вечером, он сказал Господу: «Ты же появился, Господь, из каменной колонны. Ты же можешь принять любую форму. Пожалуйста». У него было очень сильное желание. И он положил шилы в корзинку на дерево, чтобы никакое животное, типа собаки или кошки, или свиньи, не могли осквернить эти шилы. Поэтому он хранил их на ветке дерева. Следующее утро, когда он захотел совершить пуджу, он взял их, и в той же самой корзине был Радха Раман. Спасибо, что вы нам напомнили. Это очень связано с Нарасимха Чатурдаши. Давайте послушаем следующий вопрос. Наш преданный, у него есть вопрос. Какова разница или и что такое, в чем разница и в чем одно и то же в воспевании и в чтении, и в слушании, и в чтении, вернее. Где разница в слушании и в чтении, а где они одинаковы? Вот такой вопрос. Они одинаковы в том, что новая информация приходит к вам и во время чтения, и во время слушания. Информация входит. Это происходит, когда вы читаете и когда вы слушаете. Однако, когда вы слушаете, информация проходит по другой дороге, через уши, под ушные барабанные перепонки. Это отличается от информации через глаза. И говорится, что из двух дорог слушание более могущественно. Поэтому во время на моей молодости Прабхупада сказал, чтобы мы читали вслух книги его, чтобы информация проходила по каналу ушей. Но из двух этих слушание более важное. И причина, по которой объясняется в Писании, говорится, что когда человек спит, слушание более важно, потому что когда человек спит, он не может слушать, читать. В каком-то смысле мы все спим в материальном существовании. Мы можем бодрствовать, но мы спим в смысле полностью пробуженного сознания Кришны. И шанс, чтобы пробудиться, это слушание. Киртан — это самое могущественное средство, более могущественное, чем джапа. Но вам нужно, как мы слышали здесь, сосредоточить ум и петь с преданностью. Еще вопрос. Онлайн-вопрос. Hare Krishna. Вопрос из Дели. You don't
из Нью-Дели. Удивительно. Я боюсь жениться, потому что столько разводов сейчас. Как с этим страхом жить? Особенно через у преданных много разводов. Как мы почувствуем вдохновение в сознании Кришны создавать семьи? Вопрос такой. I mean, some amount of quarrel. Ссоры. Must, I think, is normal. Это нормально, some, я думаю. Some. Чуть-чуть. But if it gets, но если it, это перерастает в что-то большее, quarrels, then yes, тогда это вайшнава аппарата. Всегда будут разные мнения, когда вы живете слишком близко друг к другу. Вы можете увидеть это даже в брахмачари ашраме. Они живут рядом с друг другом. Кто-то храпит. О, Харапананда, переселяйся на другую кровать. Всегда будут какие-то сложности во мнениях. Это нормально. Но если это перерастает в аппаратху, если кто-то домашнее насилие, например, применяет, тогда это плохо, конечно. Но ссоры — это везде, увидите. Это не принадлежит только грихастха ашрама. Незрелые люди ссорятся. В четвертой песне Шива прославляется как тот, кто, видите, видит только хорошие качества в других. И в комментариях его духовное видение видеть только хорошее в других контрастируется с видением материалиста. Материальное видение — это видеть только плохое. Даже если много хороших качеств, материальное видение фокусируется только на плохом. Духовное видение — есть, конечно, плохие качества, но есть и хорошие. И человек фокусируется на хороших качествах и пытается раздувать их, чтобы они стали лучше, вдохновляет кого-то на эту тему, в том, что у человека хоророшо получается. Это удивительно. Видение Господа Шивы описывается Вишванатхом Чакраварти. Видеть только хорошее. Даже в огромном количестве плохих качеств. Он приводит пример. Если у кого-то есть одежда, и вор, который с пистолетом крадет одежду, как человек, который видит только хорошее и не обращает внимания на плохое, это видение Господа Шивы. Он очень высокоразвитое живое существо. Такой человек думает, наверное, ему холодно, поэтому этот человек украл мою одежду. Но он же с пистолетом на тебя напал. Он очень милостив ко мне. У него хорошие качества. Он не хотел причинять мне насилие, поэтому пригрозил мне пистолетом. Все мы можем над этим смеяться, потому что это все выше нашего понимания. Но давайте... Это видение, когда человек даже не видит хорошие качества. Он даже не понимает, что они есть. Мы видим плохое, и мы видим хорошее. Но давайте фокусироваться на хорошем и вдохновлять, раздувать то, что хорошее. Когда есть так много плохих вещей,
но также есть хорошие качества. Тогда нужно немножко поправить. Смотри, ты такое делаешь, такой результат. Может быть, попробуешь по-другому. У тебя есть хорошие качества. Пожалуйста, давай вести более жизнь с преданностью. Таким образом можно вдохновить человека. Что я хочу сказать, когда есть ссоры? Есть разные виды ссор. Есть просто то, что нужно обсудить, какие-то различия во мнениях. Но когда это оскорбления идут, тогда плохо. Но повсюду это можно найти в незрелых людях. Это не только в грехоскашем, это повсюду. Есть люди, это люди просто незрелые. Еще вопросы? Как мы можем культивировать позитивные внутренние чувства по отношению к Кришне? Как мы можем культивировать более позитивные чувства к Кришне и его служению? Я дам вам другой ответ, но хотел повторить первый ответ, на который мы уже отвечали на вопрос. Вы можете развить привязанность или более чувство к Кришне, слушая или читая о нем. Но давайте спросим себя. Иногда чтение, иногда оно скучное. Если мы слишком отвлекаемся, мы просто не можем заставить себя читать. Ну, читать. С этим умом я не могу читать сейчас. Это тогда при случае, о котором Бхагаватам говорит, служите хорошим вайшнавам. Служа хорошим вайшнавам, у вас появится вкус или ручи слушать о Кришне. Есть волшебная вещь об этом. Я должен сознаться вам, когда я был молодым бхактой, я ездил на эти фестивали, где огромное количество людей, особенно в Майяпуре, там где-то больше тысячи преданных было, когда проект был еще не развитый. Там не было столько много зданий. Мне надо было спать в коридоре. Я приезжал на фестиваль в Майяпур. Там плохо спал. Гигиенические там условия были простыми. Хотя там были лекции с утра до вечера, я не мог сосредоточиться на этих лекциях. И я спросил преданных, у тебя есть какой-нибудь совет? Мне сказали, если ты не можешь сфокусироваться на слушании о Кришне, это очень важно, чтобы получить вкус, тогда ты должен служить преданным. И я помнил, что я всегда раздавал завтрак и обед преданным. Мы ходили с ведрами и раздавали разные блюда на листочке.
пальмовой. Это было тяжело. Всегда преданные хотели того больше, чем всего. Мне это, я это делал, и через какое-то время все поменялось. У меня появился огромный интерес в культивации сознания Кришны. Служение преданным очень важно. Один вопрос о господине Нрисимхадеве. Когда я слушаю эти истории, как господин Нрисимхадев прикончил демонов, когда он уничтожит демона во мне, я думаю, Господи, что с ним случится? Если мы видим каких-то жестоких людей или наши желания ужасные внутри нас, но мы слышали, что наши желания должны быть преобразованы в любовь к Кришне. Что Господь Нрисимхадев сделает с нашими желаниями? Он преобразует их просто внутри нас? Это очень хороший вопрос. Есть молитва, где мы говорим: пожалуйста, убей мои демонические желания кармической деятельности в этом материальном мире. Но он не войдет в ваше сердце и не раскидает там всех демонов, там кровище будет много. Что я хочу сказать, это это очень глубокий вопрос. Я могу ответить их на него то, как я понимаю это сам. То, как Господь заботится о желаниях преданных, это мягкий способ, постепенный способ. Иногда он дает им, есть также стих в пятой песне, он исполняет их желания иногда, но таким образом, что они станут свободны от желания. От дальнейших желаний снова и снова они перестанут хотеть. Другими словами, да, он может исполнить ваши желания сначала, но так как вы поклоняетесь ему, вы помещаетесь Кришну в ваше сердце, и через какое-то время вы думаете, зачем я все это хотел? Они больше не подходящие. Таким образом, он делает это очень мягкий процесс забирания ваших желаний и преобразования их в желания Кришне. Главное — это акама сарва камава. Есть ли у вас желание, или вы абсолютно свободны от других желаний? Но даже если вы полны желаний, обратитесь к Кришне, и, сконтактировав с Ним, вы очиститесь. Точно так же, как все очищается. Сегодня я говорил о Путане, которая даже при сжигании ее тела издавала прекрасный аромат, коснувшись Кришны. Так что все, что касается Кришны, очищается постепенно.
есть два способа обращаться к с желанием. Два способа, не один. То, как я рассказал, это основано на пятой песне Шримад-Бхагаватам, где говорится, что человек поклоняется Господу, и Господь может удовлетворить его желание, но в конце Господь преданный хочет только его лотосные стопы. То есть его желание трансформируется. Есть другой путь, который описывается в 11-й песне, что Кришна забирает все у преданного. Это тяжелый путь. Если вы боитесь тяжелого пути, вы можете молиться о легком. Не смейтесь. Есть два пути. Кришна хочет услышать от вас, что мы хотим. Я серьезно говорю, без шуток. Да, для некоторых из нас желания... Мы знаем, что они плохие. Вишванатха Чакраварти Такур говорит о таких желаниях, приводя аналогию пьяницы. Блин, я же убиваю свою печень. Мой друг умер от алкоголизма. Но я все равно пью. Но я не могу помочь себе, когда я чувствую этот запах. Не могу от этого пристрастия освободиться. И я всегда проклинаю себя, зачем это я сделал, снова и снова. Если вы будете продолжать слушать о Кришне и продолжать свое сознание Кришны, хотя вы будете чувствовать, здесь у меня компромисс, я знаю, я делаю плохо, в секрете от других что-то. Ничего страшного. Я имею в виду, конечно, вы убиваете себя чем-то там. Какая-то у вас есть склонность к чему-то. Это проблема. Но держитесь Кришну. Постепенно ваше сердце очистится. Искренне молитесь Господу Кришне. Я ваш. Я твой. Я хочу быть твоим преданным. Пожалуйста, помоги мне. Трансформировав мои желания. И если вы можете молиться искренне, это может занять какое-то время, перед тем, как вы на самом деле помолитесь искренне. Это уйдет. И если вы не сможете молиться искренне, все равно, если вы будете заниматься сознанием Кришны, это уйдет. Кришна описывает это, мои дорогие преданные. Он говорит, «Апичи Цударачару». Мои преданные могут делать даже ужасные вещи. Карточку положил, я вспомнил. Спроси у него, можно по карточке. Кришна говорит об этих вещах, которые плохие. Если он занимается служением мне, он может считаться святым. И вскоре он будет... И думайте о Прахладе Махарадже. Я думал об этом вчера. Знали ли вы все другие аватары? Появились многим людям. У них была миссия. Анри Симхадев появился только для одного человека. Ради одного Прахлады. Он хотел спасти Прахладу. Конечно, он привел примеры. Я говорю об его явлении. Насколько он появился? Все аватары, у них было длительное нахождение на этой планете. Нрисимхадев оставался здесь 48 минут, и все. Просто чтобы спасти одного преданного. Как вы называете жестокостью или любовью? Он мог позаботиться о Хиранья Кашипу,
ничего страшного, просто кинуть его на него Гималайскую гору, чтобы убить этого демона. Не нужно было появляться. Но для его преданного, который интересовался только в нем, он появился. Этого Господа мы должны бояться? Нет. Это Господь, которого мы можем любить, потому что Он поместил любовь. Я думаю, ощущение Нарисимхадевы, вернее, понимание Нарисимхадева, которое некоторые из нас имеют, включая меня, приходит со старых времен, пока у нас не было понимания философии. Все мы были очень незрелыми. 1, 2, 3 года в сознании Кришны. И раньше Господь Нарисимхадева был, смотрел, на него смотрели как... У нас в Ятре были две группы. Первая — это Нарисимхабхакты, у которых были ботинки такие крутые. Они были жесткие, у них были мышцы. И потом Говинды, бхакты, которые были мягкими. Вы должны плакать, а не смеяться из-за вот этого незрелости, которая у нас была. Нарисимхадев — это Господь, который любит. Мы не должны думать о нем таким образом. Конечно, пуджи и мантры немножко такие жестковатые, но он любящий. Нам не должно бояться Господа Нарисимхи. Поэтому Шридхар с вами, знаменитый комментатор Бхагаватам, говорит, он как лев, который очень-очень сладкий, шладкий, как они говорят в Бенгалии. Вы можете посмотреть. Я видел льва. Про льва кино. Там говорится, что когда лев гневается, потому что демоны похожи на разгневанных львов. Я хотел посмотреть на разгневанных львов. И я слышал, что лев может убить даже слона. И я хотел посмотреть документалку про это. Но когда вы видите льва с львенком, они по всему телу лазят, они могут его даже за губу укусить. Ничего страшного. Он очень добрый к львятам. Он хочет спать, а львенок приходит, его что-то дергает. Я хочу спать, не трогай меня. А детишки хотят поиграть. В конце концов, он встает, играет с детишками. Преданные, которые сражаются со своими желаниями внутри. Ничего страшного. Он говорит, ну, пожалуйста, не делай ничего такого плохого, который принесет тебе тяжелые времена. Итак, что у нас? Заканчивается лекция уже? Я не говорил, что мне не нравится читать лекции, я просто хочу увидеть Господа Нарисимхадева. Итак, сейчас у нас будет даршан Господа. Можете переходить на сайт на Фейсбуке
simhachalam.de, и также на YouTube simhachalam.de будет продолжение трансляции, но там вам уже будет, не нужен будет перевод, поэтому переходите туда.